Я подготовил петицию, петиция слово это просьба. Я подготовил требование. Назвал его требования народа. Следственный комитет, прокуратура, судебные органы, а также всем тем, кто имеет отношение к власти РФ по Брянской области. Мы, ниже подписавшиеся, от лица легитимного законного хозяина земли русской, его народа, требуем изменить меру содержания Куприянова Александра Александровича на содержание под домашний арест. Это маленькое дело, как бы, вроде как с точки зрения глобальной империи. Но я вас призываю поучаствовать, если вы действительно считаете себя каким-то законными и легитимными на этой территории. И иначе вас просто нет, и вы участвуете в этой игре, которая называется симуляция РФ. Я буду стоять вот здесь, бога ради, подходите, подписывайте. Значит, необходимо будет фамилия, имя, отчество, телефон контактный и подпись. Кто за то, чтобы Александра Александровича Куприянова выпустили под домашний арест? Я не говорю о том, что почему он сидит, зачем он сидит. А я говорю о том, что мы его хотим поддержать или нет. Конец. Вот бумажка. Против есть кто? Нет, единогласно. Сейчас, секунду. Я же волнуюсь. Слово предоставляется полковнику отставки.